Инклюзивное образование для Казани является одним из важнейших направлений. В Казани более 2000 детей с ОВЗ. Кто-то из них ходит в детские дошкольные учреждения, кто-то в школы. И мы сосредоточимся на том, чтобы создать для них особенные условия. Для этого проводился капитальный ремонт. Впервые мы закупили оборудование 14 миллионов рублей. И вот этот детский сад, он раньше располагался в поселке Левченко, и со всего города дети с особенностями съезжались туда. Родители обратились, поскольку локация была неудобная, найти более удобное помещение. Вот такое здание нашлось на Восстании. После проведения капитального ремонта мы оснастили всем необходимым развивающие игры, специальное оборудование, спортивное для занятия, в том числе хореографии. И дети могут развивать все свои способности. Родители рады этому, родители видят результаты работы профессиональной команды. И после этого детского сада имеет возможность идти в школу. Такая школа расположена совсем недалеко, на улице Восстания. Она у нас тоже является одним из таких лидеров в инклюзивном образовании. Но вообще наша задача, чтобы по месту жительства, понятно, это невозможно сделать в каждом микрорайоне, но в каждой школе, в каждой детском саду должны быть возможности для наших особенных детей.